Всем привет и доброго времени суток! Друзья, приветствую вас на своем канале. Сегодня будет особенный выпуск, специальный. Ничего не рисовать, не придумывать, не объяснять я не буду. Не буду. Сегодня я вам просто продемонстрирую и покажу работы, процесс которых я, к сожалению, заснять не успел. Всего этих работ будет три. Первая работа — это кожаный пиджак, укороченный в британском стиле, который сейчас на мне. В первую очередь напоминаю, что если ты еще до сих пор не подписанный на мой канал, то обязательно подпишись. Там есть на что посмотреть. А вообще сейчас покажу, как он приблизительно выглядит. Вещица, процесс создания которой тоже не удалось отснять. Это вот такая вот мужская сумка, выполненная в аниме стиле. Угадайте, кто изображен. Покажу ближе. Полноправный член организации убийц Акацки Итачи Учиха. Ворон Мангекю Шаринган. Непосредственно символика, принадлежащая клану Учихи. Вот так вот. И последняя, третья работа, она же самая первая, с которой, в принципе, вся эта канитель и началась. Это женская курточка. И сейчас я вам ее покажу. Готовы? Изображены три девицы. Первая. Вторая. Непосредственно мои инициалы. И третья. Дальше идет дельта задняя и спина. На задней дельте изображены вот такие вот гобелены. С моим псевдонимом, как обычно. И вот такая вот зверушка. На ключицах изображено две руки, мужская и женская. И непосредственно надпись. Ну вот и все. Собственно говоря, все, что хотел показать, это три работы, которые не вошли, точнее не вошли, а процесс создания которых не был записан на камеру. Всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось, вас заинтересовал, пожалуйста, лайк, подписка, колокольчик. Все, что поможет вам чаще увидеть мои работы. Большое вам спасибо за просмотр, за терпение. До скорой встречи, еще увидимся.